Нападающий Истанбула Эммануэль Адебайор совершил впечатляющий рывок за соперником почти через все поле и в красивом подкате выбил у того мяч. Эпизод произошел на 21-й минуте матча против Бешикташа. Галлийскому форварду в конце февраля исполнилось 34 года. Истанбул Башакшихер обыграл Бешикташ со счетом 1-0 и вплотную приблизился к лидирующему в чемпионате Турции 2017-18 Галатасарою. Адебайор забил 12 мячей в 23 матчах чемпионата 2017-18. Будь в контакте со спортом.